Вот они какие настоящие герои. Вырасту, буду таким же, как они. Для того, чтобы быть героем, не обязательно быть взрослым. Когда на твою родину приходит враг, даже дети становятся героями. Деда, деда, а родина — это наша страна? Страна. Родина — это место, где ты родился и живешь. Это мамины руки и бабушкины оладьи. И мороженое. И мороженое. И птички в небе, которым ты змея запускаешь. И парк, где ты с мамой гуляешь. И лес, где мы грибы собираем. И речка, на которой ты с папой рыбу ловишь. И запах полей. И твои друзья, и родители. И ты? И я. И любить родину надо сильно крепко-прикрепко, всем сердцем. Крепко-прикрепко. Я люблю тебя, деда. Вечная память героям.